Важная дата в календаре. Беларусь сегодня отмечает День государственных флага, герба и гимна. В таком триедином формате впервые по указу президента появилось новое название праздника. Это позволит отдать дань уважения всем трем государственным символам. Вопрос восстановления исторической справедливости обсуждали в этом году во время послания президента народу и парламенту. Апрельский указ главы государства закрепил это документально. Государственные символы утверждены в 1995 году на республиканском референдуме. Это важнейшие атрибуты суверенитета государства. В них воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа. Это в своем поздравлении соотечественникам отметил президент. А также то, что стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Александр Лукашенко выразил уверенность, что эти качества позволят не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода. Глава государства пожелал землякам семейного счастья, радости, здоровья и успехов в труде. День государственного флага, герба и гимна белорусы отмечают с размахом. Торжества сегодня во всех регионах. В Минске эпицентром празднований стала площадь государственного флага. Здесь масштабный ритуал чествования национальных символов с участием представителей власти, молодежи, активистов, а также всех неравнодушных белорусов. Антон Ковальчук, нам есть чем гордиться. Почти 5000 человек со всей страны. Они с гордостью и особым трепетом участвуют в масштабной церемонии празднования Дня государственных символов. Такой момент особенно волнительный для молодежи. Для ребят, которые достигли совершеннолетия, это еще и весьма символический ритуал. Наши державные символы. Клянемся! Клянемся назавжды заховать словы этой священной клятвы у сердца. За ними будущее страны. В праздничный день молодые граждане принесли клятву верности государственным символам. Теперь их задача – уважать, оберегать и сохранить для потомков наши атрибуты. С торжественным обращением к белорусам и, в частности, к молодежи от имени президента выступил глава правительства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы. Хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода. И сегодня белорусы как никогда понимают, государственные символы не должны быть окроплены кровью. Это вопрос исторической памяти и справедливости. Мы многим и, пожалуй, самым ценным миром обязаны героическим подвигам наших предков. Святая память в генетике белорусов разных поколений. Это традиция, которая передается нам из поколения в поколение. И этот жест, это наша память, наша гордость за то, где мы живем, как мы живем. Очень волнительный момент, если честно, произносить такие слова на сцене перед публикой. И это должен пройти каждый, наш гражданин, наше молодое поколение, чтобы мы были уверены в своем будущем. Наши предки сделали для нас очень многое, даже во время Великой Отечественной войны. Благодаря им сегодня такое чистое, светлое небо. И мы сегодня здесь, на этой площади, чтим все-таки нашу страну, нашу независимость и нашу родину. И свои атрибуты суверенитета белорусы выбрали вместе, на референдуме 95-го. В тот момент, когда начиналась история суверенной страны. Ими приветствуют гостей, с ними связаны самые главные победы, им отдают честь, за них готовы отдать жизнь наши военные. На церемонии звучит и государственный гимн Беларуси. Мы достигли многого, но, конечно же, перспективы еще огромные, направления заданы. И в послании президента белорусскому народу и парламенту в этом году при единстве этих символов отражена наша многовековая история, наши народные традиции, особенности Беларуси.
И они особо почитаемы и среди нашей молодежи, которая формируется только, и более старшего поколения людей. Даже после завершения церемонии белорусы не спешили уходить с площади. Яркие фотографии на память, запись сторис в соцсети и возможность детально рассмотреть экспонаты выставки, посвященной государственной символике. Флаг, герб и гимн – это наш генетический код. Государственные символы объединяют белорусов в одну большую семью и наполняют гордостью за принадлежность к богатой истории, славному настоящему и светлому будущему. И так будет всегда. Антон Ковальчук, Родион Кабанович. Наши новости ОНТ. Вступительная кампания по новым правилам. Сегодня школьники по всей стране впервые сдали централизованный экзамен. Проверяли знания по русскому и белорусскому языкам. Испытания проходили на базе 144 пунктов. Это высшее, среднее и среднеспециальное учреждение образования. Самый крупный, главный корпус БНТУ. Здесь на экзамен зарегистрировались 3000 человек. Прибывать на место школьники начали за час. Прошли пропускной паспортный контроль, а затем жеребьевка определила места в аудитории. Небольшое волнение присутствует, но я довольно долго готовился, поэтому надеюсь, все получится. У нас замечательный классный руководитель, который нас готовил в течение года. Также посещали курсы, ходили к репетиторам, усердно готовились, каждый день прорешивали тесты. В общем, чувствуем себя готовыми на все 100. Перед началом испытаний готовность аудитории и комиссии проверил комитет госконтроля. Особое внимание сохранности тестовых заданий они накануне поступили в пункты тестирования. В целом на этапе подготовки нарушений не зафиксировано. Сформирована 71 группа контролеров, которые работают по всей стране, в областных центрах, в районных центрах, где есть пункты для сдачи централизованного экзамена. В целом ситуация спокойная, рабочая. Для комитета контроль за вступительной кампанией – это ежегодная функция. Мы контролируем централизованное тестирование, вступительное испытание вузы и СУЗы. То можно сказать о том, что количество нарушений оно ежегодно уменьшалось. Конверты с заданиями в аудитории поступали за полчаса до начала. Чтобы обеспечить прозрачность испытания, выпускникам продемонстрировали, что тесты запечатаны. В случае неявки по уважительной причине предусмотрены резервные дни. По итогу оценку за тест переведут в 10-бальную систему и выставят в аттестат. Это обеспечит равные возможности для всех. Мы провели репетиционное тестирование дважды. То есть ребята подготовлены, знают все эти тесты в рамках школьной программы. И, собственно, это и есть выпускной экзамен за курс средней школы. Они совмещены и со вступительными экзаменами. То есть дважды нашим выпускникам не придется готовиться. Это повысит и их ответственность, но в определенной степени облегчит их подготовку. Не надо будет заниматься с репетиторами, как это раньше было. Соответственно, повысит ответственность педагога. Ровно через неделю централизованный экзамен пройдет по предмету на выбор. Продолжит вступительную кампанию нынешнего года ЦТ. Первый экзамен по белорусскому языку состоится 14 июня. Тестирование требуют некоторые вузы в качестве профильного предмета. Также оно пригодится тем, кто окончил школу не в этом году. Сделано в Беларуси. Это уже бренд. Второй магазин белорусских товаров открылся в Москве. Первый работает в пригороде уже больше года. Под брендом «Купляйте белорусское» на новый рынок пришли посуда, кухонные принадлежности, декор, косметика, домашний текстиль и одежда. Всего более 7500 наименований товаров. Это еще пример выхода на новый уровень сотрудничества в условиях сложной геополитической ситуации и санкций. Здесь 375 метров торговая площадь, общая площадь магазина 575 квадратных метров. Это достаточно для того, чтобы как раз уместить более 35 поставщиков. Более 35 брендов представлено на данной площадке. Все товары привезены напрямую от белорусских поставщиков и имеют высокое белорусское качество, которое себя зарекомендовало уже в том числе и в России. Данный магазин дает сегодня московскому и российскому потребителю оптимальный выбор по оптимальной цене. В Беларуси я много раз там был на разных производствах. Это очень высокие стандарты качества и производства. Они все сертифицированы по международным стандартам.
Магазин мультикатегорийный и мультибрендовый для российского рынка – это уникальная концепция. В таком исполнении аналогов на этом рынке нет.